вулкан Вакаари на языке маори или White Island – это не совсем остров. На самом деле это действующий вулкан, большая часть которого скрыта под водой. Его наивысшая точка достигает 321 метра. На поверхность выходит лишь макушка диаметром в 2 километра. Ну, как вы видите, пейзажи острова – это какие-то неземные, неестественные краски и какие-то озера из серной кислоты, какие-то желтые кристаллы. В общем, Андрей считает, что именно здесь снимался Солярис. Остров Уайт был известен маори задолго до открытия его европейцами. Интересно, что маори трижды продавали один и тот же вулкан европейским промышленникам. Фактически, это единственный активный вулканический остров в Новой Зеландии. Поверхность острова, вы видите, это какой-то лунный или марсианский пейзаж, струи серного пара. Часть времени, без сомнения, нужно проводить в маске. Верхняя часть вулкана также покрыта коркой и серой. Считается, что этот вулкан приблизительно 2 миллиона лет этому вулкану. Остров практически необитаемый, но тут есть такие пеликанообразные птички, которые живут на этом острове. В свое время на острове добывали серу. Однако в 1914 году, после того, как во время извержения погибли 10 рабочих, добыча была прекращена. Позже, как вы увидите, вообще все, что осталось от этого завода, было смыто громадной волной практически на уровне цунами. С 1936 года остров является частным владением и находится в собственности Джорджа Реймонда Баттла.